все-таки работаю пожарным. Учебная тревога. За это я и люблю программу Суефа. Все ясно? Я всегда хотел бахнуть по машине. Такие детали мы обычно отправляем под замен. Пахнет так, как будто там что-то горит, это реальный дым. На самом деле похоже на какую-то вкусную штучку. Как только ты выйдешь, работаешь с краской, кайфуешь. Грубая абразина и мягкая абразина. У меня тут что-то запуталось. Не запутался, отпусти. Охота прям трогать и... На самом деле не так сложно. С Эверест Авто сразу пойти кушать бургеры. На единёк. Вот, в общем-то, друзья, ничего сложного.